В новогодние каникулы в столице катки будут работать ежедневно. На сегодняшний день действуют 20 площадок для массового катания. Они находятся на территориях микрорайонов. Процесс заливки начался еще 1 декабря. Погода позволила. На 12 катках есть пункты проката, где есть коньки любого размера. Но, как прежде, пока не будет. Новая коронавирусная инфекция внесла свои ограничения. Если раньше мы предоставляли в пунктах проката услуги по предоставляли чай, кофе, то сегодня, к сожалению, мы вынуждены ограничить именно вот этот вид деятельности. На сегодня мы предоставляем только коньки и пункт переодевания сам. Количество лиц, находящихся на игровой площадке, не должно превышать 50 человек. Массовых мероприятий именно в новогоднюю ночь мы не планируем на сегодня. Ждем соответствующих рекомендаций от Роспотребнадзора. Для переодевания планируются специальные вагончики. Мы предполагаем в ближайшее время установить вагончики, где можно будет переодеться. Я думаю, в ближайшее время этот вопрос будет рассмотрен, в том числе депутатами городского собрания, для того, чтобы создать все необходимые условия. В новогодние праздники наши школьные спортивные объекты также будут открыты, но с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Екатерина Шеверова, Республика.